Ничего, я должна обижаться, если это ваша внимательность в первую очередь. Потому что я одна или с Даней. Даня, выходи, Сахнов, не прячься. Все знают, что ты здесь. Так, сейчас я буду читать. Сейчас я немножко поговорю, и я прочитаю ваше сообщение, хорошо? Смотрите. Одно единственное условие, при котором вы можете забрать даже несколько раз бонусы себе на карту, это подписка на 80 человек, на кого подписана я. На этом коротенько все. Ничего больше делать не нужно. Ломать там копья, голову. Просто вы подписываетесь на 80 человек, заходите в окошко желаний, которое написано у меня. Кроме этого, будет большое количество возможностей забрать свои бонусы. Смотрите, просто я в прошлый раз, честно, в прошлые разы всегда раздавала какие-то именно там фен, плойку, тени, кофемашины, грильницы. Поняла, что проще, наверное, и для вас, и для меня, нежели чем вы будете ждать, пока это придет, как это придет. Мне проще вам отправить на это средство, и вы, собственно говоря, купите сами себе это. Правильно? Логично? Смотрите, у нас будет три метода, как вы сможете получить от меня бонус. Первое – это через окошко желаний. Вы пишете свое желание, сумму, как что вы хотите, и я вам просто… Как я выбираю, ребят? Я открываю окошко желаний и вот так вот начинаю листать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тыкаю. Человек попал, опубликовываю, после этого захожу, смотрю, подписан ли он на 80 человек, и после этого отправляю. Вы можете писать желание неограниченное количество раз, у вас больше вероятность будет замеченным, это само собой, это важно. Ваш аккаунт, неважно, открыт или закрыт, вообще все равно, мне самое главное, чтобы я зашла в диалоге с вами, и у вас вверху у меня высветилось, что вы подписаны на 81 аккаунт, там, или 80, если один закрытый, и, собственно говоря, отправила вам ваш бонус. Это первый вариант, как вы сможете получить от меня такие презентики. Второй момент. Каждый день будем устраивать различные активности. Вот смотрите, например, сегодня мы запустили лайк тайм. Что такое лайк тайм? Переводится с английского, это время лайков. Вы заходите и ставите лайки всем людям, на кого вы подписались, вот 80 людям. Я это каждый день буду в сторис рассказывать. Сегодня лайк тайм, завтра комментарии, там, послезавтра найти арбузики, кокосики, как вы любите искать в сторис, да, и писать количество. Каждый день будут разные задания. На протяжении суток вы активничаете, и завтра мы выбираем рандомно, программа будет выбирать, не я, чтобы вы не думали, что это кто-то кого-то обманывает, или что-то еще. Это в прямом эфире будет выбираться. На аккаунте, на который вы подписаны. Там есть что-то, подарки, блоги. Ну, я не помню, как он называется. В общем, на одном из аккаунтов, на который вы подписаны, как раз таки среди этих 80. Завтра человек выйдет в прямой эфир. И это моя помощница, мой менеджер, которая Юлечка, она набирает мне гив. Она, собственно говоря, всем заведует. Это прям мой ангел-хранитель каждый раз. Она выбирает рандомно программы человека, и я сразу же отправляю. То есть вы пишете номер карты, я отправляю и ФИО, потому что я не люблю морочиться, вдруг никому не тому отправлю. Поэтому вы пишете ФИО, я сравниваю, да, отправляю. Дальше. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы, и мы о личном поболтаем, и не о личном. В общем, сейчас я немножко, давайте я вам расскажу, чтобы вы были в курсе, да. И третье, смотрите, ребят, вы пишете, я пишу, ты не замечаешь. Ребят, вы пишете не один человек там, там их пишет энное количество. Я открываю, у меня просто вот так вот, рукой не успеваю увидеть, где конец, понимаете, их очень много людей пишут. Собственно говоря, я не замечаю не потому, что я не хочу вас заметить, потому что как судьба распоряжается, так я тыкаю и отправляю. Естественно, когда там, я иногда читаю желание купить квартиру, полет на Мальдивы, я такая думаю, хорошее желание у людей, вкусы неплохие, так скажем, в жизни. Ну ладно, дальше. Это вторая возможность, как вы можете получить свои бонусы. И третья возможность, мы будем проводить прямые эфиры. Вот сейчас мы проводим прямой эфир, но я... Почему шансов мало? Нет, на самом деле шансов немало, знаете почему? Потому что у меня всего лишь 80 спонсоров и не такая большая аудитория. Я объясню, почему шансов как раз-таки у меня, у маленьких блогеров. Я рекомендую вообще всем участвовать вот в таких вот раздачах у маленьких блогеров. Объясню почему. Вот есть миллионники, или там 500 тысяч, там 600 тысяч, 800 тысяч, миллион. У них большая аудитория, и у них спрос еще больше, вы представляете? А у меня аудитория меньше, и спонсоров не так много, всего 80 человек. То есть у меня намного реальнее это сделать. У меня некоторые девочки вот в прошлых моих раздачах два раза даже забирали как бы бонусы.
там были подарки. Я помню, был такой момент, короче, мою первую раздачу, я, честно скажу, не знала, что делать. Была девочка, которая выиграла в первый вот лайфтайм был как раз-таки. Я не помню, какие, я не помню, что именно, потому что у меня уже было... Четвертая тоже раздача. Очень, я не помню, что был какой-то приз в первую раздачу, но, короче, она забрала, и второй раз тоже она. Представляете, и подписчики все, это обман. А это еще первая раздача, никто не знает. Как бы, да, ну, люди меня знают, но не знают, как, ну, все равно опасаются, насколько правдиво я отдаю все. И это все обман, это все вранье. И мне Юлечка, мой менеджер, пишет, говорит, Юль, ну это только на твою совесть. Либо как бы мы лишаем девочку второго бонуса, хотя это она его взяла, либо даем кому-то другому. Вы знаете, мне стало так, ну, не по себе в тот момент, я такая думаю, блин, человек взял, вот если бы я была на месте этого человека, я бы заслуженно взяла второй раз, и мне бы отобрали просто по рукам и отдали другому, нет. Я говорю, пофиг, что будут говорить, как будут говорить, я хочу сама перед собой быть честна и чиста. Вот, и я отдала ей два, ну, как она и получила, как она и заслужила, так скажем. Так, давайте сейчас вы зададите мне вопросы, которые вам интересны. И может быть, если будете там, ну, если вы захотите, мы с вами поиграем в игру циферки и заберете прямо сейчас в прямом эфире, кто-то из вас может забрать тоже бонус. Каждый день будем проводить несколько прямых эфиров, где вы также можете заходить и понимать, что все это реально. Никто никого не обманывает, мне лишнего не нужно. Кто взял? Взяла Наталья Иванова из Донецка, отправила Наталья Иванова из Донецка. Взяла Лера Петрова из Архангельска, отправила Лера. Мне, ну честно, как бы у меня никакой заинтересованности в этом нет. Кто станет богаче на 3-4 косаря? Ну, то есть мне нет, чтобы вы понимали, что у меня нет задачи определенного человека какого-то выбрать. Я хочу, чтобы вы верили в себя, в свои силы, и в первую очередь пробовали, старались, потому что я знаю, что первый раз там пробуешь, кажется, ой, капец, первый день не выбрали. А у меня есть девчонки, наоборот, которые была одна, кстати, девочка, я помню в прошлый раз, да, она с первого дня, я хочу, потому что закрыла сообщение, почитала ее, с самого первого дня писала, такая, да все, не получается, нет, я продолжу. И, представляете, в последний день она очень хорошую сумму у меня взяла. Просто потому что человек до последнего, до победного шел, не сдавался и шел до победного, это очень важно. Так. Напишите, хотите ли вы, мы сыграем с вами здесь в игру, я прямо в прямом эфире отдам вам тоже бонус кому-то. Поэтому давайте сейчас здесь максимально, если вы за, лайкайте прямой эфир, вот отправляйте лайки, пока палец не треснет. Так, Юрчик, самое лучшее, самое правдивое, спасибо большое, я для вас стараюсь, правда, я прошу прощения, извинения, если, ну, это не понимаю, поймите, пожалуйста, важную вещь, нет такого, что я хочу у кого-то отобрать что-то, если я даю, ведь я даю, я просто даю, берите, если как бы вам удача улыбается, то вы забираете, вот и все. Очень хочется, вот пишет, давайте отправляем лайки к прямому эфиру максимально лайкаем. Смотрите, давайте тогда условия мы сделаем супер простые. Я отправлю бонус человеку, тому, кто угадает циферки. Сейчас, минуточку. Тому, кто угадает циферки. Так. Я напишу на листке циферку. Давайте вот сейчас 14.22, да? 14.22, во сколько? Минут через 15, это сколько? 32, давайте в 37, да? В 37 нормально будет? В 37 минут мы проведем с вами следующую игру. Запустим старт. Что мы делаем? Пока сейчас вы выходите из прямого эфира, заходите на всех моих, ну, 80 человек, на кого подписана я, забирайте все 80 человек себе. Это очень важное условие. Вот послушайте меня внимательно.
от этого будет, и не нужно отписываться, потому что неделю у вас есть, вы сейчас заберете 80 человек, вот что вы теряете? Вы ничего не теряете. Вы просто каждый день имеете возможность взять что-то. Ребята, это самое простое, что может быть. Вот если так подумать, лотерею вы играете, вы идете в лотерею, берете, покупаете билетик, тратите время, чтобы дойти, потратить. Тут ничего тратить не нужно. Вы сейчас заходите на мою страницу, забираете 80 человек из моих подписок, возвращайтесь сюда, в прямой эфир. Мы с вами начнем в 37 минут. Давайте в 40. В 40 минут с вами начнем. Вы возвращаетесь сюда. В 40 минут я пишу слово «старт». Здесь... Нет, еще не играем. Нет, это бесполезно. Еще не играем, ребят. Это не игра. Я раздаю каждый день, исполняю желания и отдаю бонусы людям за то, что они забрали 80 человек из раздела «Мои подписки». Собственно, что мы делаем? В 40 минут мы начнем. Я напишу слово «старт». После этого, после того, как напишу слово «старт», вы возвращаетесь сюда и угадываете цифру от 1 до 100. Цифра будет одна у меня, которая на листке записана. То есть один комментарий равен одной цифре. Вы можете писать неограниченное количество комментариев, вообще это не проблема. Вы можете писать целым списком. Самое главное, что один комментарий – это одна цифра, не через запятую, а просто по отдельности, поняли, да? И потом кто-то, кто первый угадает, вы напишите мне в директ, и я спрошу у вас номер карты и отправлю вам бонус. Вот такой сегодня, это только день, сегодня только день, смотрите, я уже сегодня, сколько я дала, 2500, а вчера еще полтора, надо посчитать, сколько я дала, но сегодня я уже хорошую сумму отдала людям, вот, и сейчас днем мы проведем такой эфир, после этого мы проведем, знаете, когда, вечером я буду не одна, тоже хорошая новость, я буду не одна на этом прямом эфире, с другой аудиторией тоже поиграем вместе в такие циферки, потом еще окошко желаний выполню, завтра будет лайк-тайм, завтра еще будет окошко желаний, то есть у вас на протяжении недели есть шикарная возможность забирать свои сладкие бонусы, ух! Так, начинаем в 40 минут, поэтому пока что у вас еще есть целых 15 минут, для того, чтобы выйти, зайти на мой аккаунт, забрать всех друзей, на кого подписана я, это 80 человек, вернуться в прямой эфир, и в 40 минут мы начинаем играть. Вы выиграете бонус на карту, тот, кто выиграет. И так будет каждый день. Ай, я так косточку ударила, капец, блин, не могу, болит прям. И так будет каждый день. Где писать цифры? В комментариях пишем цифры. Я хочу еще раз объяснить всем, неважно, у вас аккаунт открыт или закрыт, сколько вам лет, из какого вы города, потому что я отправлю вам все на карту. Самое главное, чтобы вы были подписаны на 80 человек, на кого подписана я. Это очень важно, ребят, потому что многие не выполняют этих условий, потом расстраиваются, обижаются. Но когда вы упускаете сами свое счастье из-под носа. Угу. Да, сейчас будет игра. В 40 минут начнем. Юля, у вас свой цвет такой глаз, или это линза? Мне свои голубые, но тут тоже у меня просто фильтр немножко голубизны прибавляет. Так. Где писать цифру? Писать цифру нужно в комментариях, здесь, в комментариях. Мы начинаем в 40 минут. Да, с Катюшей мы общаемся. Самочувствие сейчас прекрасное. Я наконец-таки выздоровела. На следующей неделе... Ну, а какой следующий? На этой неделе я лечу в Москву. Билеты на руках у меня уже, мои дорогие. Билеты на руках. Я улетаю в Москву сегодня. Окошко желаний у меня в сторис, поэтому заходите. Пишите свое желание. Я с радостью вам, вашему мужу, ребенку или еще кому-то. Только, пожалуйста, ребят, давайте писать желание адекватное. Вот я рассказывала, не полет на Мальдивы, не купить квартиру. Давайте адекватно как бы расценивать свои силы и писать адекватное желание. Я вас очень сильно прошу. Так, в сторис окошко, да. Сейчас зашла проверить вот виски, там вы неправильно, что-то не то. У меня 80 подписок моих друзей, 80, там не может быть 98.
Нет, мы сейчас не начнем, потому что многие, я же уже до этого объявила, что в 40 минут, и многие люди вышли из эфира, чтобы вернуться в 40. Поэтому давайте мы максимально людям тоже уважение проявлять, ну, к нашей аудитории, тем, кто... Я свое слово держу. Так, надеюсь, выиграть на день рождения дочки... Ого, я тогда желаю вам удачи! Задание только забрать друзей. Да, забрание супер простое задание. Забираете друзей, на кого подписана я, и на протяжении недели я буду радовать вас бонусами в хаотичном порядке. Отправлять вам на карту бонусы. Через прямые эфиры вы будете получать их. И через задание, которое буду выкладывать каждый день. Вот сейчас, например, задание запущен первый лайк тайм. Вам нужно максимально зайти и пролайкать людей, на кого вот на этих 8 человек, на кого вы подписались. Больно ли делать углы Джоли? Нет. По сравнению со всем губами, ну хотя раньше мне и губы было больно. Не, не больно вообще. Сколько человек выиграет? Ой, я не знаю, я не загадывала. Большое количество. Каждый день я просто хаотично. У меня с хорошим настроением я сажусь и начинаю раздавать. Как бы просто в окошко желаний захожу. Я сегодня вот с утра, пока поехала, съездила на... Господи, как называют, на анализы, после этого приехала, максимально вот сейчас отправляла, хотела отправить 3 бонуса, первый отправила, второй отправила, а на третий открываю и понимаю, что человек подписан только на 2 аккаунта вместо 80. Как я отношусь к липосакции? Если она к месту и она проведена у качественного хирурга, то только за. Так, ой, я сейчас со схватками лежу. Ой, моя хорошая. Это моя, кстати, давняя подписчица. Я уже по никнейму помню. Вам хороших родов. Я все выполнила задание. Молодцы. Юлия, я немного допустила. Почему с Игорем расстались? Просто расстались. Не любили друг друга. Так, ни разу нигде не выиграла. Пожелайте мне удачи. Вам желаю удачи, не только вам, каждому из вас. Я желаю удачи. Пусть она улыбнется действительно вам. И... вы заберете свой самый долгожданный приз, а может быть, каждый день будете забирать, я каждому желаю. Юлия, я все выполнила так, молодцы. Давайте. Юлечка, классно выглядишь, хорошо, тебе отлично. Спасибо, мои сладкие, спасибо большое. Хочу выиграть, ни разу не выиграла. Кстати, вот мне многие писали об этом, что мной, вот, особенно, знаете, мне вот самое приятное, это когда два момента, когда либо люди уже отчаиваются, говорят, все, мы больше не будем участвовать, и тут они выигрывают. И они такие, Юля, реально! Это самое прикольное, несмотря на реакцию людей. У меня была одна такая девушка, она мне начала писать, вас все нечестно, вы несправедливы. Я потом уже, когда она выиграла, я открываю диалоги, открываю с ней диалоги. Она просто сама с собой разговаривала. Писала мне, значит, какая я сначала хорошая. Потом она, когда у нее не получалось, видимо, она решила поменять мнение. Она начала мне писать, какая я хреновая. И потом она опять решила все-таки взять силу в кулак, видимо, упорная такая девушка. И начала мне писать, как, все, я сейчас возьму точно. И она выигрывает. Я ей, правда, потом написала, я говорю, точно уверена, что писали, вот когда были на второй позиции своего настроения. Она говорит, Юля, я просто была такая злая, я думала, что все нечестно, потому что я никогда ни у кого не выиграла, а у вас выиграла. Спасибо, мои дорогие Юлечка, очень красиво, всегда шикарно. Спасибо! Но сегодня я, честно скажу, весь день вот посвящена вам, раздачей. Вот сегодня встала в 7 утра я, и у меня все вот на вас направлено. Я была даже, записала сторис, нужно объяснить, рассказать, потому что просто, как бы, знаете, не все до сих пор понимают, что нужно делать. И меня это пугает, очень пугает. Потому что, как бы, вроде бы и так доступно все объясняю в сторис. Не знаю, скажите мне, пожалуйста, я доступно объясняю в сторис у себя. Условие одно – забрать 80 человек, на кого подписана я. Забирайте 80 человек, на кого подписана я, и все, собственно говоря. И вы каждый день, у вас есть возможность выиграть себе бонусы на карту и купить все, что вы хотите. Ну, это вообще... Я объясняю. Заходите ко мне на страницу подписки. Там цифра одна, 80. Те люди, на кого подписана я. На каждого подписывайтесь. Даже если аккаунт закрыт, там есть один закрытый аккаунт, он примет запрос у вас, он примет подписку. Самое главное, подайте вы запрос. Все.
объяснила, все нормально, думаю, сейчас. И выкладываю окошко желаний у себя на странице, потому что, ну, понимаю, что через окошко желаний вы пишете свое окошко желаний, и я выполняю ваше желание, захожу и отправляю вам тоже бонусы на карту. Вы покупаете то, что вам нужно, чтобы не морочиться. Заказывайте там ту доставку, которая вам нужна, я не знаю, 14 февраля, подарок мужу, подарок парню, я, ну, у каждого как бы свои желания, да, кому-то кто-то детям, там, аудиокнигу, кофемашину, вот мне девушка сегодня забирала деньги недостающие. Я захожу, и в итоге все равно вижу у людей, что люди, они подписаны на 2, на 3 аккаунта. Девушка на 4 аккаунта. Ёпарасы ты. Ну, а я такой человек, я честно скажу, я начинаю сразу искать проблему в себе. Я такая думаю, может, я плохо объяснила или что. Вроде бы доступно, но все равно почему-то люди как бы... Ну, с другой стороны, это не я потеряла, это люди потеряли. Но я все равно за вас переживаю. Просто представьте, наверное, как обидно, когда победа была так уже рядом, да, вот они вот уже уходят. Причем я большую сумму-то хотела, я то ли 4, то ли... Не, 4 тысячи рублей. Прикиньте, 4. 4, и все, они прогорели. Я такая думаю, блин, надо идти в прямой эфир и еще раз объяснять все по какому-то кругу. Ну, ничего, поэтому я объясню, потому что есть наверняка новые люди, которые со мной здесь в аудитории, они не знают о том, что проходит, да, у меня вот такая раздача. Поэтому я объясню с удовольствием вам, возможно, вам улыбнется удача кому-то из новеньких, поэтому забирайте прямо сейчас моих 80 человек, на кого подписана я, и мы с вами будем стартовать уже совсем скоро, через пару минуток. Через пару минуточек мы с вами начнем, все вернутся, потому что у людей было больше, все вернутся, можете говорить, не забирайте, подписывать, ну, блин, для меня это синонимичные вещи, да, подписывайтесь на моих друзей, на 80 человек, на кого подписана я, молодец, спасибо огромное, великая любовь. Юлечка, ты объясняешь очень доступно. Это просто такие люди, ну, да нет, ну, я не знаю, все люди разные. Просто я стараюсь максимально все разложить по полочкам. Я новенькая, забрала всех. Мои пожелания удачи вам. Смотрите, давайте я еще расскажу, кто тут у меня новенький. Напишите, кто новенький у меня. Кто вообще не понимает, что здесь происходит. Потому что очень важно, понимаете ли вы, что происходит или нет. Еще не загадала цифру, еще не нужно ничего писать. Я еще старт не объявляла. Как только я объявлю старт, мы начнем. На дом 2 вернешься, только если с Даней Сахновым вернусь. Зовите Даню, тогда и я вернусь. Очень хочется выиграть перед день рождения. Вам желаю удачи, ни пуха, ни пера. Так, я понимаю, вот, все пишут, я понимаю. А, новенькие, смотрите, кто у меня новенькие здесь? Давайте я тогда вам еще раз объясню все правила и условия. Значит, что мы с вами делаем? Сейчас, уже совсем скоро, мы начнем с вами раздачу. Раздачу я подарю сегодня бонус. В принципе, я еще и уже дарила сегодня днем бонус, и еще подарю бонус. И вечером еще выйдем в прямой эфир. В прямой эфир мы выйдем с Катей, с Колон, и с Настей Сыцевят, и с Ксюшей Задойновой, и с Настей Паршиной, и с Данечкой Сахновым выйдем. Поэтому, да, со всеми мы выйдем в прямые эфиры. Что нам нужно сделать с вами? Вы сейчас заходите, подписываетесь на людей, на кого подписана я, это мои 80 друзей, забирайте их всех себе на протяжении недели, этой недели я буду радовать вас бонусами на карту. То есть у нас есть три метода, как вы будете получать от меня бонусы. У вас есть, вы можете не раз выиграть, а несколько. Первый метод – это через окошко желаний. Каждый день я буду оставлять одно окошко желаний у себя в сторис. Вы пишете там желание, которое вы хотите, чтобы я исполнила. Не знаю, там, расческу, фен, плойку или там недостающую сумму на подарок. Там, ну, короче, что хотите, пылесос. Короче, пишите свои желания. Если попадается ваше желание, вот я пальчиком туда вверх-вниз, до 10 считаю, в один момент останавливаю, и, собственно говоря, все, выкладываю это желание и пишу этому человеку, кто забирает этот бонус. Вы скидываете номер карты, я отправляю вам. Но, чтобы вы были подписаны на 80 человек, это очень важно. Я не понимаю, как вы будете дарить. Так я на карту отправляю, я ничего дарить не буду. Вы сами все купите, я просто отправлю вам средства, а вы как бы сами распорядитесь ими. Мне кажется, это правильно. Писать можно неограниченное количество раз, все это будет вообще, чем больше пишете, тем больше вероятность.
Дальше. Второй метод – это как? Через прямые эфиры. Мы будем проводить прямые эфиры совместно с различными людьми, вот как сейчас мы проводим, потому что сейчас тоже будет возможность у вас забрать себе бонус. В каком возрасте планируешь? Я не планирую ребенка. Я не планирую пока детей. Так. Дальше. Второй момент – это через прямые эфиры. Как мы будем вести людей? Ну, вы приходите сюда, прямой эфир, и я загадываю циферку, вот как сейчас будет. Сейчас, через пару минут, я напишу у себя на листке цифру. Сейчас я найду листок только. У меня в доме даже листка нет вообще. Дожили. Короче, я напишу на листке цифру, напишу здесь слово «старт». После этого вы начинаете писать цифру от 1 до 100. Мне как, ну, вам нужно угадать, какая цифра у меня записана на листке. Это очень важно. Тот, кто первым выиграет, угадает цифру, тот первый заберет от меня бонус. Поэтому, ребятки, мне кажется, это супер простое задание. И третий момент, как вы сможете забирать бонусы тоже каждый день. Я публиковала у себя в сторис, например, сейчас запущен лайктайм. Лайктайм – это вот вы заходите ко всем людям, на кого подписана я, и лайкаете максимальное количество раз. И завтра автоматически программа выберет самого, кто там будет самый активный, и в хаотичном порядке самых активных выберет одного победителя, я тоже отправлю завтра бонус. Поэтому здесь, мне кажется, все очень просто, очень доступно, все в ваших руках. А просто по генератору вообще не будет. Вот будет завтра по генератору лайк-тайм, потом второй лайк-тайм, потом комментинг-тайм будет, потом найти в сторис там кокосики, там арбузики, что-то такое вот будет из этой оперы. Вот, поэтому сейчас у вас у всех есть возможность зайти ко мне на страницу, подписаться на 80 человек, на кого подписана я, и пробовать прямо сейчас забирать бонусы, потому что мы уже совсем скоро начинаем. Сейчас там, главное, мне нужно найти листок с ручкой. Листок с ручкой, это другой момент, сейчас будем искать. Пока, давайте, ребят, выходим. Молодцы, пишет, подписалась на всех, вам удачи и успехов. Давайте, сейчас вы выходите ко мне на страницу. Забирайте 80, да, цифру в эфире. Да, все будет на моей странице, я все буду рассказывать каждый день в сторис, оповещать, поэтому вы не переживайте, я все рассказываю о каждом победителе, о каждом вот конкурсе. Короче, все рассказываю. Сейчас я вот на протяжении этой недели посвящена вам целиком и полностью. Нет, страницу не нужно открывать, страница может быть закрыта, неважно. Самое главное, чтобы вы были подписаны на 8 человек, на кого подписана я. Это вот самое главное. Остальное все не имеет значения. Рост у меня 178. Да. Так, сейчас, значит, я пойду искать листок с ручкой, да? Должны быть свои фотки. Да неважно, какие фотки, неважно, сколько вам лет. Мужчина, вы женщина. Может, вы выиграете и подарите что-то своей жене или своему мужу. Мне самое главное, чтобы вы были моим подписчикам 80 людей, на кого подписана я. Это единственное условие. Все. Не знаю, 18, вам 15. Если вам 15, то я отправлю на номер карты мамы. Это вообще не проблема. 30 вам или, ну, неважно, 40, 50. Да, давайте начинать. Сейчас, давайте я спущусь вот в эту полку, найду себе листок, напишу цифру. Только не смотрите, какую цифру пишу, ладно? Минуточку. Не подсматривайте. Сейчас надо ручку найти, самое главное. У меня ничего нет. А, есть, подождите, есть. Сейчас. Дожили. Ну что, все вышли, зашли на мою страничку, все забрали моих 80 людей, на кого подписана я, или еще не все, признавайтесь. Так, сейчас,
Я пишу цифру. Так, давайте, все готовы? Напишите, вы готовы? Так, цифру я написала. Не, подождите, здесь пишет девушка, что нужно сделать, чтобы участвовать. Давайте 2 минуты тогда еще. Девушка задала вопрос. Смотрите, что нужно сделать, чтобы сейчас забрать, ну, и на протяжении недели, каждый день забирать какой-то денежный бонус. Все максимально честно, максимально открыто. Именно поэтому я там никого не обманываю, что ли, какими-то рассказами, что я подарю iPhone 13 и так далее. Я делаю все конструктивно, пусть это будут небольшие, 4, 5, там, 3, 2 тысячи каждый день по несколько раз. Лучше я вот такие суммы вам отправлю, чем я буду кормить вас вот этими облаками, что вот будет такое, максимально честно, максимально откровенно с вами. Значит, что мы делаем? Мы заходим на мою страницу, сейчас забираем 80 людей, на кого подписана я, 80 человек забираем их. После этого мы сейчас возвращаемся в эфир, мы начинаем, 2 минутки, мы начинаем. И я пишу слово «старт», после этого вы начинаете писать, угадывать цифру, какая будет цифра, какая у меня на листке написана цифра. Я здесь на листке написала сейчас цифру. Цифра будет от 1 до 100. Один комментарий – это одна цифра. Вы можете писать неограниченное количество комментариев, можете там, только не через запятую цифры. Один комментарий. Одна цифра. Старта не было, все это не учитывается, вы можете писать сколько угодно. Старта еще не было, потому что мне написали люди, которые задали вопрос, ну, в чем смысл участия. И я людям объяснила. Но люди не понимают, кажется, окружающие меня немножко. Ну что, давайте тогда подождем, пока все успокоятся, и перестанут писать цифры. Это будет правильно. У меня терпение остальное. Я вот магний пью, понимаете? Терпение остальное, поэтому почему бы нет? Может, мы успокоимся, ребят. Давайте успокоимся все. Цифр не было. Надо сегодня будет 3 пакетика магния выпить, чтобы... Не понимают люди. Не понимают, сладкие мои, ничего не понимают. Успокаиваемся. Давайте, да, успокаиваемся. Цифр не пишем, старта не было. Каждый день у вас есть возможность. Остановитесь, девчонки, вам вот пишет, пишет девушка. Беспорядок. Нет, листик вот тут лежит, его не видно, он вообще в углу. Здесь лежит, здесь лежат вообще другие договора какие-то, у меня тут что-то такое. Не нужно уже. Да, хватит писать. Все, вроде бы успокоились, да? Тогда смотрите, в общем, сейчас вы забрали 80 людей. Какие цифры у меня видны, ребят? Это договора. Какие цифры? Что мне делать нужно? Договор вам? Так. Все, все забрали 80 людей, на кого подписана я. И на протяжении этой недели мы не отписываемся от людей, а каждый день принимаем участие и пробуем забрать свои денежные бонусы. Поэтому давайте... Сейчас пишу слово. Нет. Сейчас не начну. Так, сейчас давайте. Сейчас у меня что-то пришло прощение. Что-то у меня подвисает. Подожди, сейчас я напишу слово старт. Все, погнали. Старт был. Давайте угадываем цифру от 1 до 100. Давайте. Желаю всем удачи. Поехали. 15 нет, 63 нет. Я читаю, как вижу. 63 нет, 100 нет, 1 нет, 33 нет, 1 нет, 12 нет, 78 нет, 42 нет, 34 нет, 75 нет, 34 нет. 6 нет, 13 нет, 21 нет, 5 нет, 13 нет, 99 нет, 41 нет,
32 нет, 37 нет, 24 нет, 14 нет, 97 нет, 8 нет, 45 нет, 88 нет, 7 нет, 82 нет, 92 нет, 70 нет, 1 нет, 11 нет, 73 нет, 73 нет, 39 нет, 5 нет, 90 нет, 70 нет, 95 нет, 65 нет, 2 нет. Я вот как вижу, так и читаю, чтобы потом не было вопросов. Ой, я писала. 61 нет, 9 нет, 55 нет, 27 нет, 34 нет, 65 нет, 49 нет, 73 нет, 80 нет, 56 нет, 53 нет, 26 нет, 1 нет, 28 нет, 33 нет, 4 нет, 27 нет, 41 нет. О, угадала! Угадала, девушка, сейчас я... Есть. 43. Цифра 43 и угадала Шкваркова Светлана. Мои поздравления! 43. Давайте я вам покажу, чтобы вы были уверены. 43 цифры было. Вы угадали? Итак, ребятки, каждый день. Сегодня вечером я проведу еще такую игру. Давайте все вернутся с работы вечером. Я зайду и проведу эту прекрасную игру с вами. Сейчас вот эта вот девушка Шкваркова Светлана, извините, может, неправильно никнейм сейчас скажу, я просто плохо прочитала. Напишите мне в директ свой номер карты, я вам все отправлю. А пока вы забрали уже 80 человек, поэтому давайте пишите в окошко желаний ваше желание, и я еще исполню ваше желание. К тому же сегодня будет прямой эфир вечером, на прямом эфире я еще отдам бонус. И лайк-тайм мы уже запустили, завтра будет лайк-тайм, за лайк-тайм еще отдам, послезавтра будет еще один лайк-тайм, еще отдам, поэтому, ребятки, вот, пожалуйста, Шкваркова Светлана, пишите, вам, вот всем, кто принимал участие, ребята, у вас есть каждый день возможность, поймите, вот просто девушка зашла, выиграла, и у нее получилось, поэтому давайте пробовать это каждый день. Я буду максимально дарить все, что могу, вот все, что имею возможность, подарю вам. Поэтому, пупсики мои, сегодня вечером встречаемся снова, а сейчас бегом в окошко желаний, потому что я буду исполнять еще желания ваши, кому что нужно. Санки, коляска, елка, хотя елка уже в Новый год уже нет. Ну, 14 февраля, подарки там, поэтому заходите в окошко желаний, самое главное, забирайте 80 человек, на кого подписанное, и все будет чики-пуки. Давайте, все, давайте, до вечера. И днем. Пожалуйста, сейчас заходите в окошко желаний, тоже пишите свои желания. Сколько хотите, пишите раз. Всех целую, обнимаю. Я вас очень люблю. Буду радовать максимально.